Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как проще и быстрее можно удалить любую программу с компьютера, которая нам не нужна. На примере покажу, как удалить программу Turtle Commander. Находим основной диск. Вот эта программа, открываю ее, Turtle Commander. И смотрим, где тут написано Install. Вот она. И нажимаем на нее. И программа сама должна себя удалить. Проверяем. Далее. Идет удаление. Далее. Закрыть. Да. Да. Удалить. Идет удаление. Все. Видим, эта сторона чистенько. Никакой программы здесь нету. И следов ее не осталось. Любое программное обеспечение, если оно правильно сделано, при нажатии клавиши Install сама удалится полностью. Кто желает получать известия о добавленных мною новых полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.